Всем привет! Сегодня я буду рисовать коллекцию «Новорожденные Дедифанаи». Новорожденный ЖП, как выглядит, вы уже знаете. Он такой малепусенький. Только один ЖП рождается без лица. Остальные Дедифанаи рождаются с лицами. Но все грибочки Сатурна рождаются тоже без лиц. Всем привет! Да, я уже сказала всем привет. Ну, это я теперь сказала, потому что я же еще не здоровалась в этом видео. В этом видео мы снова покажем, как мы делаем бумажные сюрпризы. Вернее, как их делает Викуся, а я ей помогаю вырезать и заклеивать пакетики. И вырезать сами пакетики. Рисует сюрпризы, пакетики и фон, ну то есть страничку, все Вика. Вот так. Еще мы покажем, какой канцелярией мы пользуемся. Это вот такие фломастеры из магазина АТБ. Такие толстые. Очень удобные. Сначала ночью сделали вот так. Когда я беру их для бумажных обзоров, Викуся все время сердится. Также у нас тут простые, ну, клей вот такой тоже из АТБ, своя линия. У нас еще есть декоративные скотчи. Ой, всякого вида. Ой, тянется. Вот, смотрите, такой есть, такой. Кстати, Викуся, можно декоративные скотчи применить? Вот, смотрите, как растянулся. Сейчас я сверну его, а Вика пока будет рисовать. Я сейчас покажу дальше, что еще у нас есть. Так, этот скотч стоит 10 гривен. Смотрите, Нина только родилась! О боже, она такая рождается? Да, она только родилась. Родилась. Но о Сатурне говорится по-другому. Ну, конечно, родилась. Но у Вики такое оправдание. Нет, мне Карина рассказала через специальную звуковую такой баночку, скотч, что на Сатурне правила меняют противоположный знак. Вот такие ножницы мне удобные, большие, а у Вики, конечно, поменьше. Потом... Вот такие листики для приветов. Ну, эти уже почти закончились. И вот такие. Потом... Не, на какого-то моллюска похоже. Это она только родилась. Такой декоративный скотч. Это из эпицентра, он дорогой оказался. Смотрите, сатурновские ежики рождаются без иголок. Угу. Потом вот такой декоративный скотч. Пока Вика... Рисует я, вот он тоже сколько, 10, а этот аж 20 с чем-то стоит. Я не заметила и взяла, блин. Ну ладно. Смотрите, она без иголок родилась, слепая и ничего не слышит. Теперь это... таки. Все, я достаю из вот такой красивой коробочки, кстати. Вот, ажурная. Тут у нас что еще? Клей обычный, это если вдруг заканчивается вот этот... Тахи рождается сухой. Без... То есть сатурновские совы рождаются без кисточек на ушках. Ну да. Если заканчивается сухой клей, на крайняк у нас есть вот этот вот КВА. Потом тут у нас обычный скотч, да. Терочка. Ну, это так, она особо сейчас не нужна. Карандаш, точилка, ну, короче, всякое остальное. В основном Вика рисует только этими фломастерами. Раньше карандашами еще рисовала. Фирмы Кайт, по-моему, у нее для школы. Очень, кстати, хорошая фирма. У нее еще что-то там было этой фирмы. Тетрадки там, я уже не помню. В основном у нас вот клей, потом вот эти фломастеры, бумага А4, ножницы. Все, больше ничего. И сами каталоги. Больше ничего особого нет. Еще широкий скотч. Тут есть на всякий случай. Вот такая вот фирма. Ну, эти с вот такими складочками рождается Йелп и остальные сатурновские спиральки. Он рождается без хвостика. Поэтому новорожденный Йелп пока питается молоком из сиси. А потом он уже начинает из бутылочки пить молочко. А потом Йелп новорожденный уже через 3 недели открывает глаза, а через 2 недели начинает слышать. Mm-hmm. И
мама приносит ему всякую листву дикую, а потом варит из них ему компот. И Елп уже начинает есть всякие растения, которые относятся к дикой природе. И Елп уже начинает охотиться за всякими птицами и зайцами. Так, все, да, ты закончила? Да, вырезаю. Тут всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь новорожденных из окна. Смотрите, там Нина только родилась. Как я вам уже говорила, я обрезаю вот эти части для пакетиков. Если получается. Например, здесь. Ну, сразу смотрите так примерно на глаз, чтобы мог получиться пакетик. Тут я не знаю, короче, как я сделаю. А потом у Елпа потихоньку начинают складочки исчезать. А через неделю у Елпа уже хвост вырастает. И он начинает ползать и играть с другом. Не знаю, есть смысл показывать, как мы опять делаем сюрпризы, потому что мы уже вам показывали. В общем, я обрезаю сначала вот так для удобства. Потом вырезаю по возможности по контуру, ну, чтобы не сильно каждую мелочь вырезать, иначе потом трудно вот эти вот ножки с ручками, тоненькие эти полосочки, трудно потом приклеивать. Новорожденные. Вот как-то так. Иногда Викуся, конечно, вырезает. Это я все буду делать опять же за кадром, а Викуся тут в кадре будет рисовать фон в каталоге. Да, и я сейчас нарисую страницу. У меня такой фломастер тяжелый. Я пишу новорожденные. И я буду ждать, пока мама вырежет этих существ непонятных. Но Нина рождается как такой шарик, а потом Нина вырастает в такую причесочку, она немножко уже открыла глазки, и она еще пьет молоко в сисях. А потом она уже начинает пить молоко из бутылочки, а потом она открывает глаза. Через две недели начинает слышать, а через три дня она уже ест всякие всякие мясо, торты. Потом мама уже перестала кормить ее молоком и принесла ей еду. И так Нина питается. Вот ночь. Он рождается слепым. Да, вот, как его сделали таким слепым, а потом его начали его делают и переделывают, так же, как и Тахи. Вот, какие маленькие ушечки у Тахи. Вот, так. Это Нина только родилась. Это стрёмная Нина. Размещай теперь, нумеруй. Я буду знак вопроса. Я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пакетиков должно быть. Ой, не надо было здесь. Вот. Я пока делаю пакетики. Вот, например, остался кусочек листика. Как раз по форме пакетика. Вот это будет вот Нина. Она так родилась. Я забыла, 8 там, да? Редкостный пакетик. Так. Я редкостный пакетик обозначаю вот таким символом. И
Я рисую кружочек, вот так, и знаки восклицания. Значит, это будет редкостный пакетик. А остальные все будут, как обычно, знак вопроса. Знак вопроса и знак вопроса. Да, я тут доделываю пакетики. Так, это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще семь, восемь, да? Да. Без обрезка получается. Ой, новорожденный ночь. Пакетик. Ночь рождается без провода. Но он без провода работает, конечно, новорожденный. Угу. Ночь электрический, а Тахи механический. Его внутри много-много-много механических запчастей. Если между ними застрёт борщ, Тахи может погибнуть. Именно борщ. Ну а если так же и самое, если в него пицца, пирог, котлета или вода попадет, так же он может испортиться и превратиться в черный пар, который мамы или бабушки-лягушки добавляют в комариное блюдо для своих малышей. Я заклеиваю пакетики тут тем временем. Не буду есть показывать. Штучки у него на лбу. Что в каком пакетике? Думаю, заклеить сможете без видеоинструкции. Иначе будет неинтересно потом смотреть, что где попалось. Так, берем фломастер и рисуем слепого и глухого елпа. Он рождается без хвостика, но с вот такими складочками. Потом у него испаряются эти складочки, и он превращается в нормального и не такого стрёмного елпа. Продолжим. Вот так я промазываю клеем. Раз, закрываю и заклеиваю. Кстати, Дизифанай рождаются такими стрёмными, там прически сатурновские рождаются, как такие шарики. Ты пока рисуешь. А потом они становятся уже такими, просто обычными Дизифанятами они становятся. Ой, елп не розовый и не малиновый. Ой, он же слепой. У него не такие зажмуренные глаза, он еще слепой, он только родился. Вообще, ребята, надо экономно использовать бумагу. Вы же знаете, из чего бумага делается? Из деревьев. А деревья очень нужны нам, да, жителям Земли. Поэтому вот Вика не экономно использует бумагу. Не жалуйся. У нас на сюрпризы очень много уходит бумаги. А я тут при чем? Поэтому мы этот трюк с переворачиванием пакетика, если не получилось, здесь использовали. Вот. Такие пакетики у нас получились. Такое видео, надеюсь, вам тоже оно понравилось. До новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока.